Дорогой отпуск. В Томской области новый скандал в туристической отрасли. Сотрудники агентства из города Северск, обманув около 30 человек, не только лишили их полноценного отдыха, но и оставили с обязательствами перед банками. Те, кто купил путевки у фирмы «Сантуризм» в Таиланд, по прилету на курорт узнали, что у кого-то не проплачен отель, а у кого-то нет обратных билетов. После того, как не без проблем люди все же вернулись домой, оказалось, что на некоторых из них еще и оформлены кредиты. Сейчас в ситуации разбирается следствие. Суммы предположительного ущерба превышают 3 миллиона рублей.